Поворачиваешь и дуешь. Бродрика. Фейка вообще с пула глыбы нажала. Я теперь все вижу, Фейка. Ты смотри. У меня нету этой, как его, лапки. Кстати, да. И, кстати, каски нету. И каски нету. А я смотрю, Лаграсс больше меня до ДПСа. Да вы выдали слишком много прав боту. Вы что, он сейчас нас всех кикнет, Донт. Неплохо. Он, кстати, с счетом... О, слышите, это то, что мне нужно, да? Да. Пиздатое кольцо. У меня такое на сове, по-моему. Или на Элеме. Ну ты сейчас быстро оденешься, мне кажется. За один рейд. Ну я тебе говорю, за одно КД он уже, типа, с первого левела до 213-го гира. За какое за одно КД, блядь? Я в субботу вечером создал паладина. Ой, паладина. Паладина создал. Но у меня уже начался перекат меткости. Уже 11.70. Пизда, все. Я уже начинаю паниковать. Помоги. Не знаю, у меня 14%. Слышишь, Донт, у тебя с собой есть каменная СПД? Могу сделать. А сделай, пожалуйста. Уебать, сколько народ сразу прилетело. О, ребят, у меня на пула нет, осторожно, сейчас не разгоняйте, сейчас будет. О, я сбросил, все норм. У меня нет лужи пока что. Сейчас все умрем. Не лететь, я пойду убегать тогда. Я раздал на пол, все нормально. Не-не, у Донта все хорошо, давайте. А че ФВ Кинг Мад умер? Он умер. Слышишь, дрыщ? Да. А ты же АОЕшишь под стаками? Ну, под обратным потоком. Нет, под обратный поток. Под прямой поток. Какой еще поток, блядь? Да, говоришь? тише. Ну, это... Сделайте что-нибудь, бомжей, дайте. Блядь, умер. Сдайте что-нибудь быстрее. Че такое, ну... Изука, это твое слово? После поджигания ты имеешь в виду? Типа? Да, поджигание даешь, да. И кастуешь, да. Три этих. А помогите, ну, заходите, да. Что вы делаете? Быстрее, ребят, тут Don't Cry Dudes танчит. Я их застанил. Кстати, я вообще не понял, как можно дестриком без этого стана играть. Я, блядь, побегал. Вообще охуенный, да, стан? Да, блядь, 24 секунды АОЕ стан. Что это вообще за имба лютая? Просто есть проблема, что я не в пати с шаманом. Да нам все равно, кто хоть и пати. Донт, но ты сам этот... РЛ. Да, я сам проглядел. Да слушай, типа, ну да, сейчас он не дохнет, так он ни в каком контенте не должен дохнуть, если сервер нормально настроен. Чего? Ну потому что, блядь, у него срез урона миллион, и типа плюс он стоит все время адекватно. Кто, что, где? Пэта. Про кого мы говорим вообще? Где рыба? Ну и тем более фаст призыв пэта. Он же изи делается даже с этим станом. То есть просто меткости меньше берешь. Вот как у меня сейчас будет перекапа меткости. Кстати, там Донт спулил. А мы стоим. Да, а вы там рыбу видите, что? Идите. Нет, там нет никакой рыбы. Мы ее ждем, Донт. Мы там стоим рыбу ждем, а Донт уже спулил. Понятно. Изука, да ладно, что именно? Ты конкретизируй, потому что я не очень понимаю. Так, я не понял, так у нас сова есть. Ой, не сдал. Так, меткости хватает, 5% крита есть. А ты в этом как, в демоне? Не, в дестрике. Ёпти. Ну, слушай, я еще не готов пока к демону, мне нужно освоиться. А главхил будет Элема у нас? Да. Везде. Да, он будет в Элеме хилить соло. Не, ну он, а еще у нас, а у нас только он, да, хил? Ну, а да. Второй кто хил? ГГ Снип? Ну, блин, ты забыл, что в прошлый раз идеальный соло хилил? Ну, он, ну, почти везде. Не почти везде, а везде. Ну, там везде? На гневе его спекнули только один. Ну, видишь, то есть почти, так, я правильно. У нас знаю, есть Void Fury. На мне 10 стаков какой-то фигни. Держись, брат. Да, там мало силы, мало выносливости. Да и или в случае чего спекнем Кролямбу. Кролямба похилит, если что? Ну да. Нет. Стекнем Кролямбу в танка, Донта загоним на шамана. Мне КД. В смысле КД? Ну, в смысле, в четверг закрыл. Пристал своего, иди восстанавливай. Он его не удалил. Удалил. Нет. Скриншот сделай. Без приста? Да. Нет. Удаленных персонажей. Без пизды, надо говорить. Без пизды сейчас сделаю. Ничего себе.
А я думаю, что я не ДПшу, а у меня пета нет. Ай, меня пиздит кто-то. А что такое, что было? Ты да хоть умирать, слышишь? Я тебе что, заряд воды? Давай станы раздадим. Давай, ты первый. Да, я дал уже. Тогда я тоже дам. Давай. Ну все, пацаны, станы закончились, бегим. Бегим, бегим! Беги, давай, давай Масфир. Вот Дон Крайдуди бежит. Я дал Масфир, меня дали стан. А их нельзя фирм жить, нежить. Это ж нежить. Ты как будто это, не оренчик. Я в Дон-то напулил, короче, но... там. Это, я стан дал снова, второй стан дал. Катился у меня. Койл могу кинуть еще. Тоже не работает нихуя. А соберу их на себя. Да, ну мы с Дрощом вдвоем чисто всю пачку расконтролили. Да вон, смотрю, корни на всех висят по КД. Это локовские, да, получается? Локовские корни. Вот, третий стан дал. Локи вообще самые полезные, типа, в рейде, я считаю. Да и что они делают? Ничего не делают, ДПС. И станы дают. На пулы раздают, да? 24 секунды. Мне кажется, что ШП тоже, как бы, особо пользу не приносит, если честно. У меня ШП раньше был и... Ну, да слушай, что ты расскажешь, сейчас уйдут от тебя три меткости, потом за мной что типа, ну, вот сколько всего сова дает, и ШП только меткость, и все. Ну да, не, ну гимны есть прикольные у ШПшки, типа, они прям вот, если ты умеешь их давать адекватно, без команды РЛа, а за секунду до пиздеца, а не через 5 секунд после того, как тебе сказал РЛ. И тогда прям получаешь за то, что ты рыбку покушаешь, а потом мы еще спрятались, потому что рыбы нету. По-любому. Чё? Рыбку кушаем. А чё мы на трэше едим со специями? Мы чё, психи? А у нас она дешатская же. 90 голды, типа, всё. И придётся. Скиньте все просто по 100 голды, да и все. Кому? Мне. Тебе сейчас не страшно тебе скидать голду. Да, у меня кап, вы не сможете мне столько скинуть. У тебя кап голды? Да, у меня есть джипс. Нет, у меня много. Джипс составить? Ставь ты. Ставлю я. Я поставил. Обожаю квест рыболова в Долране. Охуенный. Ключик на 16 голды упал. А что это в меня летит? А, это из звука, я понял. Понимаю. Внимание, там чей-то пэт бегит. Это мой. Он, о, у меня уже превознесение. Все назад, все это... назад, никто не уешет. Прожмись, Донт. Сдал на пул. Все, уже можно. Это уж по 100 тысяч грамм. Нет, только на том, которого я бил. Так посмотрите, я даю 22к ДПС, 23. Ну, видал, нихуя ты вообще жаришь. Больше а я 29. А ты вообще не выебывайся, у тебя какой гир? Я смотрю, что-то не... А там же урон уменьшается, да, от какого-то количества определенного, например, там 30 мобов, и тогда урон уже будет там резаться на 50%. Так это действует? Нет, это в Т5 такое. А, да и здесь такое же. Не-не-не. Да и да, господи. Отстань. Давайте по-быстрому. Подожди, стой, дай фласку выпью. Фласку. Так, а мы что, с припотами будем бить или как? Конечно. Да, надо мне тоже фласку выпить. На сапротик выпью. Так, что, подождите, я все бафнул себе, не знаю, что мне надо. О! Не бафнул себе, смотрите, доспех. Так, давайте трещ, кто из нас просто... А, никто, у нас сова. Геру с пула? Да. Бля, у меня триня КД, кайф. Нифига ты, смотри, жаришь, охренеть. А чё ты так много даёшь? В своём логе. А чё много? Типа, я сейчас просяду, у меня всё закончилось. Ну, у меня тоже закончилось, ничего же, видишь. Только там 10 тысяч, 8 тысяч. Ну, разницы почти никакой. Ебать, шо ты на логе теперь ТПС будешь давать. Шо это, подожди, сейчас у меня 3 не откатится, я ещё раз дамажусь.
Так, нужен, чтобы сегодня топор упал и голова на ханта. Ты хочешь сильнее меня одеться? Да, слушай, совсем что-то я как-то слишком щедрый парень, всем пораздавал, а сам теперь в помойке валяюсь. Кирик, иди сюда, Кирик! Дрищ, тебя зовут. У меня пса зовут Тюбик. Тюбик! Тюбик, да. У меня мана закончилась. Что делать? Я тапаюсь. Ну, я постоянно забываю. Я сначала жму типа раза 3-4, не понимаю, почему спелл не нажимается, потом начинаю тапаться. У меня учил профессиональный лог, что нужно этот тапаться между кастами. Понял, потому что не во время каста, то есть, да, а между. Ну, типа, между кастами имеется в виду, ну, когда у тебя еще маны там в пределах процентов 50 там и так далее. Не, ну мне кажется. Я учил профессиональный лог, который типа играл типа с этим с символом на дух. Ну, с символом на дух, да, но это вообще в Т7, по-моему, да, москвенная. Да, да, ну там потому что. Там СПД пиздец. Ну нет, это а чтобы все, ты... я постел, что делать, как дамажить? Потапайся, да. Да, вот еще надо подойти поближе. Да, что ты там стоишь? А зачем? Я не люблю вблизи стоять, драться. Меня, блядь, даже этот, ШПшка обгоняет, пиздец, блядь. Не милишка, да, зато сова тебя не обгоняет. Не, ну, блядь, сейчас бы сове проиграть на локе, это стыдно, я ж не изук. Причем еще какая ШПшка, самое главное. Изук, без обид, так, шуточка. А что у нас там ШП? У нас ШП 230-й. Бля, меня сова обогнала. Сука. Еще и с кондёром. Да пизделся. А типа кондёр топ? Не ну, знаю. Я за костюм. Дайте мне инер, да? Вот фир, кинь мне инер. Я... И вообще... мне. Слушай, а как мы без ретрика живем? Маны не хватает. Да, хоть... А, вот еще шипешка нужна, точно. А я думал, как я на ханте сел по мане вообще что-то быстро как-то. У нас ШП есть, ты чё? А то у него КД гораздо больше, ну, чем... Ну, таким, да, а тут как бы инстант, там, постоянно ману восстанавливает. Да, так у ШПшки то же самое. То же самое, конечно. Но только реже у ШПшки, чем у ретрика. Ой, и перчаточки какие. Мама, мама, иди сюда. Перчаточки галимые, понял. Да не, им для ханта это бис сейчас. Ладно, отказаться. Точнее, он возьмет 4-4 и оставит эти перчатки. Не, мне нужны перчатки, дайте перчатки. Зашибись, даже 9000 не дал, охуенно вообще. Зашибись, блядь, я дал 6100, блядь, это супер помойка. А чё так мало? Я это должен, ты... ну я в Эльдуа, я в РБК давал 6600. Да я говорю, у нас нету этих тотема на СПД просто. Давай я просто никто не диспелил. Глаз. Слышишь, Донт, а я тебя осуждаю, ты знаешь? А я забрал тебе перчатки, но я так, на всякий случай, чтобы никто не распылил. А я буду не... шантажировать тебя ими. Давай, Рос, мы ждем тебя. Подожди. Войт, сбегнись, пожалуйста, в рестора, потому что я хочу всю комнату привезти. Слышишь, Донт, а ты мне сделаешь сука. Два сокета? Ай, отдай. Да, да сейчас, подожди, мне надо это, зачарить. Лаграс, ты будешь везти, блядь, или чё? Кого? Я сам приведу, не надо, у меня есть питомец. Да, ну он тогда. Я вот сейчас, я сею на запястье, например, чарю сейчас Fire Resist. Мне нужна будет тотем на Fire, тоже Resist. А чё там, выпустили уже эти, шею апну? Ну, завтра будет, завтра. Ну сегодня ночью. Ага, то есть это надо 50 базочек, куда идти фармить? Все, вон туда вот это, к тотемам. Чё вы тут забыли? Извини, отец. ДКшка, ты умереть хочешь, что ли? ДКшка. Это которая пюреха? Да. Я помню, я тут 10 почти давал, 8700, охренеть вообще. Я, наверное, сделаю себе этого демона, буду демоном бегать. А тут же зависит от того, типа, насколько быстро фейка с тебя снимала проклятие. А с меня, кстати, блин, не надо было с меня проклятие снимать, я ачивку хотел. Ух ты, ё-моё, что вы там понапривели, ребята, лёсики. Прожмись! Понапривели всё, стан, дайте им. Я дал. Дрыщ, твой следующий. Отдал. Да ну слушай, когда ты отдал, рано? Ну вот, кто сказал, я и отдал. Дрыщ, ты сказал, я прям сразу стан. Ой-ой-ой, как-то там совсем всё страшно. Снова дал стан. Да, блядь, просто... убейте меня, сделайте со мной что-нибудь. Так, у меня стан 3 секунды. Эй, ты чё меня бьёшь? Там Невер шляпу, сорвите.
Я дал стан, дал стан. Дрыщ, давай стан. Меня Невер бьет, я его сверну. Нас Донт умер. Пизда. Да это пиздец, блядь. Нашли кого за фи... Не, ну, нормально. Ладно, хорошо. 1.58к ДПС, а второй 37. Факинг скрин ДПС и скидываю в гильду. Сейчас я скину. Только первые два места, дальше не надо. Я что-то вообще не понял. А, кстати, а есть урон с коня? Что там вообще есть, вышло? Нет. Ну, покажите. Вот, вот, Донт, пусть Донт оставит свой ДПС. Так, ладно, сейчас поменьше приведу просто и все. Урон с коня? Да. Рейд. Держи. Ну, у меня плюс-минус то же самое показывает. Слушай, ну, королям я передамажил. Не знаю, просто Войд. Войд, это все ты, я тебя виню. А что с Войдом? Корнес меня прохиливает с идеальным. А Войд... А, я думал, он в сове. Ну ладно. Да, потому что у него триня мусорная. Посмотри на вот это, что это такое? Возьми другой, блядь. Какой? А, это же говорят, там не работает кнопка на пульте. Блин, там 7 пультов, возьми какой-нибудь другой и все. Так, дрыщ, все, станы даем по этому. Сейчас будет поменьше, но не сильно меньше. Я первый дам стан, я скажу. Ну, от тебя я скажу, когда. А ты сразу весь каражан привел, да? Нам нужно, понял, чтобы я дал стан, и через секунд 10 дал ты стан. Ой-ой-ой-ой. Блять. А, мне МК дали. Заебись. Ну, неплохо получилось. У нас минус главхил уже. Я вижу. Он не заходит. Куда вы бьете? Куда вы бьете? Рано еще. В смысле, я на пол уже отдал. Вот, все. А, ну тогда хорошо. А что ты в прошлый раз купол не поставил? А я ставил, нет разве? Нет. Я говорю, я ставил тринку того. Нет, не ставил. Да, ты понятно, вайп. Ой, все, ставил. Понятно, вот из-за чего мы вайпнулись. Не, серьезно, мы из-за этого вайпнулись. Потому что они меня сдули. Ну, я там еще аквадискотеку устроил, меня в МК взяло. Я там пару тычек успел повесить на это. Невер, помолчи, слышишь, голова болит. Аквадискотека. А кликните Гудлика. Иди отсюда. О, Гудлик, здорово. Как в школе дела? Там Дриш носится. Я ему фир дал. Да я уже просто так ношусь, можно диспелить. А, я даже в фире могу бегать. Оба! Профессиональный контроль от Ханта. Гля, королям будет диспелить. Посмотрите, что я с ним сделал. Да, королям в контроле, а я думал, что... Гагаснип, слышишь? Магию диспелишь ты у нас в команде. Гагаснип, принял информацию? Хорошо быть вообще локом, не надо вообще ничего диспелить. Слушай, а мне так, кстати, из-за этого неудобно, типа, я привык, что у меня в Вуду всегда отображается, типа, это, что нужно что-то диспелить. Вообще ничего не отображается. Я вообще ничего не отображается, я ничего не вижу, типа, я не понимаю, что происходит. У меня тоже так же на этом, на присте. Так, все, зову новую пачку. Да. Паладин, наверное, еще и больше диспеля, чем прист. Яды, магия. Ну, типа, и... тут уже зависит больше от паладина, чем от класса. Не, ну именно если класс сам себе. Яд, например, прист не может диспелить паладин. Может. Нет. Шипашка, ну, блядь, этот, Дон. Шипашка не может. А, ну шипашка нет. Шипашка, ну, а что тогда? Болик может. Ну, блядь, давайте сейчас мы вообще всех будем... Так, давай ты стан, потому что я промазал своим. Дал. Блядь, ну что, я, блядь, незыблемый, зачем? Ну вот, вот сейчас урон понижен. Вот я критом сейчас 2200 даю в АУЕ пак, а обычным ударом 1100. В то время как до этого я 4,2 давал. Может, у тебя проки были какие-то? Да какие проки? Почему здесь проки? Нет, как его... Чем больше... Атака от града.
Не-не-не, там есть определенные скулы, которые режутся. У Ханта град стрел режет, если много слишком крипов. Типа, он просто как будто у него есть какое-то количество вот, максимального вот урона. Стало 2200 и 4600, вот он меня бьет. Ну да. А ловушка на фул убьет всегда, что приятно. Не-не-не, нихера, все нормально, так же как и бьет, так и бьет. Вот сейчас 5 бьет, 2500 и 5. Ну сейчас прокнул, да, наверное. 4500 и 2 вот у меня было, а до этого в 2 раза. Я думал, тебе не догнать, ты чё разогнался так, дядя? Наоборот, ты впереди у меня. Да? Угу. У меня 16, у тебя 18. Но у меня пока 25 и 19. Ну, анхолика все равно не обогнать, конечно, это на трэше. Почему? А там это, когда критуют они бьют всех вокруг. А почему Гладкилл, а не мёртвый лежит? А чё это он, да, согласен. Давай, Билли Джин, делай сюда. А что его убило вообще? Ну, хочешь, я посмотрю. Смерти. Так, а мы оперу сходим, слышите? А это он с того раза ещё просто не встал, походу. Нет, он делает. Он меня только что хилил. Нет, только что королям бы только умер, а Главхилл умер до этого. От чего он умер? Ну его пиздили все подряд. А мы наверх поднимаемся? Нет, Главхилл умер, потому нет. Что Донта кинула МК, а второе гро было только на нем. Сейчас еще пачка будет. Вниз спуститесь. А теперь продолжайте. Продолжаем. А что, мы уже все обсудили. А, общаться продолжаем? Да, да, да. Понятно. Бля, а чё у нас без паладина? Это вообще жопа. Бля, а почему он нас я зайду на токены. Ну мне вот Д нужно, дрыщ. Я хочу паладина сделать. Ой, этого, короче, ты понял, лока. А это тебе еще и репутация, да, нужна, наверное? Ну мне в целом, типа, все нужно прям. Вот сейчас под проками у меня меньше урон тоже. Давай, стан. А, нет, уже нормально. На простреле, блядь! На... Понимаю. Что он играет? Вот как крит вот сейчас у меня 3200, 2900. А вот что такие. Он сейчас играет? Бля, атака орёт, как будто в Counter-Strike. Бля, разогнали сумасшедшие, как вас догнать? По-моему, блядь, мобы стоят плохо, и типа их не фул задевает этот ливень. Потому что вот у меня сейчас по этому мобу вообще не проходит урон. Не, просто нужно где-то здесь стать. Что ты сказал? ТП, если просто не умеешь, вон... Да еще не умею, ну блядь, дрыщ, научусь. Ты в этого, в одного этого босса больше давал, чем в целый пак мобов. Ты сейчас демотивируешь нам Лока, и он... Не-не-не, все нормально, я наоборот, я только мотивируюсь с этим. На ретрика зайдет. На ретрика, блядь, и дам меньше, чем лок, смешно. Я реально ретрикам дам, типа, ну ладно, не меньше. Ну, типа, 7к дам, а лок 6 подал. Все поднимаемся, спрячемся в другой угол. Дашь баф, может, какие-нибудь. Глё, факин мой душит. Нормально общались, что такие вещи говоришь? Вот, над тобой посмеялись только что, ребята. Давай, Don't Run D, погнали. А как? Don't Run D? Талант есть. Don't Cry Dude. Dude? Dude. А вы смотрели новый фильм с Райаном Рейнольдсом? Говорят, давно. Знаешь, что мне еще кажется? Что это не только от баффа зависит. А там же анхолик еще баффает всякую хрень. Ну вот, если он хорошо баффает, то все заебись. Ну типа да. Стан, блять, стан! Я дал. Пиздец мне. Хорош. Вот сейчас урон понижен. Слишком много мобов. 2000 у меня критой. 1800, 2000. Ну посмотри, у тебя 21к ДПС. Точно понижен урон? Да, в два раза понижен. Два раза по мобам понижен урон. Дал стан. Но это не особо не спасло. Я писал этому. Стали забежали. Он не слышит. Блин, Изука вообще нужно спекнуться здесь про товара. Да. Типа у него же там АОЕ стан на миллион, ну типа раз 6 секунд. Почему?
А я сейчас вообще не могу найти. Зачем ты так много запираешь? Да потому что я так... Что? Я в первом рейде так и вожу. Навер, не удивляйся, я вообще-то каждый рейд так вожу. У нас нету паладина ни одного. Так даже лока. Ауры на у нас два лока есть. У нас есть шаман, который ставит там ауру. Мы сейчас не про урон говорим, сколько мы наносим. А там... Я говорю про шифы. Ну, нет, у локов лучше стан, чем у паладина. Паладин 30 секунд, у лока 24. Ладно, сейчас половину этого приведу. А что значит 24 секунды? У меня 20 секунд, например. Бля, мне страшно, ты, блядь, нахуй меня пугаешь. Я не знаю, откуда. Блядь, Дон псих. Изука, ты тут? Ты в Дискорде? Спекнись в протика. Вон там королямба пишет. А, все, ты спекнись, все, четко. Ну, так слушай, а у тебя разве не раз в 6 секунд стан? У него стемп еще есть. Это или раз. Это только в Т5 такое? Не, там 20 секунд. Понял, ну окей, ты первый стан, все. Я второй, дрыщ. Я понял, это значит в Т5, там Бьорн говорил, раз в 6 секунд стан. Вы просто скажите, когда станет надо, я буду станет. Ну давайте первый Изука сделай, потом этот. Изука, стан. Не очень. Потом уйдет в Димнишн. Дрыщ, готовься, сейчас будет твой. Готов. Давай, стан, быстро. Дал. Я умер. Блять, ну... Офхи умер. Пиздец. А я не мог тебя... У него все станы уже в диминишинг ушли. Дон, ты забираешь слишком много. Да я питомцу, ладно, сейчас сам буду вести. Сори, ребят. Я не понимаю, почему мы умираем. Это потому, что ты их и ставишь хуёво, походу. Они в нас дышат. А я-то могу глазом, просто Дон сказал, что он профессионал. Просто ты пачку... Нет смысла не доверять. Ни в одно место встает. Я просто где-то на 7 тысяч поломался. Сейчас джусы поставлю. На 7 тысяч поломался вроде как-то, неприятно. У меня тоже есть джусы. Я на 90 голды. Я на 17. Это... Везет тебе, у тебя шмот просто хреновый. Я на 30. Для какого инфернала? Квазиком давайте тогда. Да, и что за инфернал? Мне тоже интересно. Не, камень, ну а зачем он нужен, типа? Не знаю, давай посмотрим. Может, точно не делать. Для вызова инфернала, скорее всего. А? А, это тот этот демон, который... Да. Камень инфернала. А сколько их? 50 штук. Давай 50. Так, ладно, этот, слышите, я запустил глаз. Дон, ты видишь, где я стою? Я стою не в углу. Где инфернал? Демон. Инфернал. Мана 3000, охренеть. Нахрен нужен такой инфернал? Так, все, полкомнаты спойлил. Давайте. Дон уже сразу за Молчезаром просто пета отправил. И радуюсь сидит. А нам уже здесь звука тогда в танке не нужен? По идее. О, я вызвал инфернала. Мама, а чё он красный? Он же должен быть зеленым. Я не знаю, я просто вызвал. Он сильный. В чем фишка? Нам столько АОЕ станов не нужно, потому что они просто уходят в диминишинги. У нас троих достаточно. И то они уходят в диминишинг. Не знаю. А ты следишь за тем, когда диминишинг они уходят? Да. Третий стан уже ушел в диминишинг твой. Он не сбил косты. А я просто так и кинул. У меня еще есть стан, я не кидал. Не сейчас, я говорю за тот раз, когда мы открыли. А, да? Ага. А как ты смотришь? У тебя стоит аддон, где показывает диминишинг, когда там заканчивается? Нет, у меня стоят глаза открытые, где я вижу, типа, мобы перестали кастовать или нет. Ну так и я, могу посмотреть. Ой. Ну да, я ж не говорю, что это прям сверхнаука. А чё? О, мой инфернал, можно управлять даже. Чё он там? Я веду ещё, веду. Всё, мой инфернал сдох. 5 секунд уже. Я сдам ещё один на пол. Чё-то я по мане сел. Нихуя непонятно. Так, вроде спойлил всю оставшуюся комнату. Да, на хуй. Ну, блядь, за два раза убьём комнату.
Бля, ну как так быстро телефон сел? Ну это пиздец. Never. Сдайте на пул. Как вы, как на лужу заведите моба? Кто там ряд стоит, не слушает? Да, это мое войско. Видимо, зря это было сделано. А, вы поняли, в чем прикол? Я вам не скажу. Пацаны, секрет. Так. Ну, расскажи. Нет. А что эти фантомки там стоят? А зачем вообще всю эту комнату агрим? Вы можете объяснить, почему мы не можем просто сбоку сакрить и все? Ну, потому что она во время пула босса вся по лицу. Да с чего ты это взял? Ты хоть раз пробовал? Потому что, блядь, Донт же как потом всю комнату пулил. Ну, не знаю, я вот он бил два раза. Босса. Я два раза бил босса, веду... и так все было. Не-не, я вот, блин, опять стан. Сейчас мы кофеечка бахну. Я вот здесь вот просто мобов агрю, там где квадратик стоит питомцем. И он пробегает сквозь все. И агрит. Это к чему вы мне сейчас? Это вы мне объяснили, зачем вы всю комнату агрите? Нет. Нет, я спросил, вы не можете просто сбоку сагрить мобов и сагрить босса и все. А тебе что, жалко, что ли, помочь пацанам репу пофармить? Не, ну если нам нужна репа, не, то надо сказать, что нам нужна репа и все. Не, да. Это не ради репы, потому что я другой тактики не знаю. Ну вот так вот сбоку. Сбоку бьем вот здесь от мобов, и прям потом босса вот здесь. Что, давай сбоку, давай сейчас справа. Попробуем, если что, вот совыйдем. Там все равно пачка мобов маленькая осталась. Ну и добьем еще ее, да? Типа вы хотите посмотреть, сагрится ли босс или нет? Ну да, да. Ну, сагрится ли моб, если мы сагрим босса. Ой, давайте в два танка просто разведем это чуваков. Ну, типа, как мы в первый раз убивали, было быстро достаточно. Как именно, типа, не фул комнату чистя, да? Не, да. Мы там просто... Что? Ну, значит, работает. Пюреха, ты чё... В смысле без экспериментов? Ты чё пришел сюда? Просто так, а одно и то же движение делаешь? Душный. Да он, слушай, душный. Иди кофе попей, алё. Друг. Он одеваться пришел. Надеваться. Надеваться? Фрат, блядь. Одеваться, куда мотивация. Я... Мотивация? Мотивейшн. Ай, сагрили уже. Видите, слышите? Никто не нашел. Кто-то сагрил. Да это я сагрил. Выйдем из комнаты. Нам не вроде бы мобы. Чем? Ты мог бы сказать хотя бы? Так мы же за этим и пошли. Ну понятно, что ты пулишь. Да мы бы сразу убили, а ты спулил. А-а-а. Я захожу, что-то на меня мобы бегут. Я такой, типа, Я так же. Сразу. Ни слова, ни ДБМа. И сразу этот хаспот выпил, да? Конечно. Дон, ты мне должен миллиарды. Я теперь твоя содержанка. Мне нужны сердолики, купи мне два. Ты ничего не изменилось, да? В смысле, до этого нет, сам себя обеспечивал. Сам себя обеспечил. В смысле, ну а стоп, а чё, в смысле? Сегодня футбол будем смотреть? Нет. Да. Так, ну в смысле? Кто играет? Игроки. А кто играет сегодня? Кто сегодня играет? Россия, Хорватия сегодня играет. А, вы же с Украины, я забыл. Вам и что? Россия, Хорватия? Да. Так, все, все поели, все готовы. Фанаты Спартака! Спартак! Ауе! 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 Мы ездили там ебать. Кого там ебать ездили? Пизды получать, вот это да, вот это может быть. Неплохо. Защиты тебе говно, блядь. Перестань говно, блядь. Прошел, ёптель, как... На нахуй, сука! А где вы поставили рыбу? Вы чё, охерели, блядь? У нас рыба есть, блядь. Я тапу и стою, жду, когда меня отхилят. Где рыба? Давайте не обосрёмся, пацаны. Нет рыбы, ладно. Ой, бля, везде, что за условия труда непонятные? Нахуй сейчас будем бороться, блядь! Три с тобой будут бороться? Да это он сексом так занимается просто. С кем? Стелка какая-то.
В смысле, что у тебя там происходит? Извини, на секундочку. Диспел, 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 стан, стан, диспел. Нахуй диспел. ГГСНИП должен диспелить. Ну да. У нас нет паладинов. Еще один стан. А чё? Где мана? Мразь. В смысле, у меня уже реально тоже маны нет. Да мне-то, сука, блядь, слежгла, да. Надо тапаться, когда он улетает. Так а чё, может Гера дадим или на следующего? Я был Гера. Вот давно уже Блин, ну твой друг мне нравится, пиздец. Да, где вы живете? Я еду к вам. В Москве. Я еду к вам жить с твоим другом. Да. Все вместе заживем в Вовку, поиграем. Он не играет в Вовку. Он заиграет. Он в Perfect World играет. Кайте, 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 кайте наверх. Мне пора лечь. Я... Сейчас выйду. Все. Да я это... не играл в Perfect World. Я сдал Deterrence. Я не знаю, я сбросил агро просто. Все. У меня еще один стан. Я, кажется, стан стою. Гагаснип, плюс они, если ты в этом, в Дискорде. Я думаю, не в Дискорде. Ну, в Дискорде. Сука. Еще один стан. Гагаснип, алло. Алло, а мы сейчас смотрим диспел. А он топ ДПС, смотрите. Смерть, фейка умерла. Активности, рассеивание. Фейка, главхил, Void Fury только рассеивали. Давай, настраивай. Это мана, алло. Отдай. Это не тот. Вот ГГСНИП 9 раз рассеялся. Нормально, он все диспелит. Все, забираем свои слова назад, получается. Не знаю, может быть. Или он масс диспелом рассеивает. 9 раз масс диспелом? Да еще и топ ДПС, ой, не знаю. А в смысле топ ДПС? Я топ ДПС. Ну да, он. Ты даже больше, чем он нанес, да. Тихо, спокойно. Подожди, я вообще вот так вот. У тебя друг трезвый или пьяный? Да пьяный, конечно. А, я думал, это он трезвый такой. Если пьяный, неинтересно, думал, он трезвый такой. Так он всегда пьяный. А, тогда все нормально. Тогда нужно говорить, что он трезвый. Что, в смысле, нет, что? Мне пояс не нужен, перкс. А, там еще королямба есть. Ладно, здесь обыграем. А, ну королевы тоже. Что-то налог, ничего не падает. Рос, что там диспелить надо было и какой хуйней? Я правильно это? Рассеивание заклинаний. Нужно... Нет. Да. Рассеивание заклинаний. Станка, там стан на него кидают, прям такой, как у паладина, да, по-моему, как стан? Как у паладина, да. Так это паладинский есть. Да не суть, у тебя вуду или этот, или хилбот? У меня вообще нету нихуя, мне никто не говорил, что ты. Слушай, я тоже без него играю. Подожди, какие у тебя рейд-фреймы? Как вообще у меня? Давайте мы вниз спустимся. Ой, там парень идет. У меня нету никаких этих. Ой, блядь. Если надо будет, я могу отключать микрофон. Прям совсем вниз, вот сюда вот. Да пусть, это придает некую атмосферу этому рейду. Ладно, пусть. Так а что? Побежал, забил гол, побежал. Да, он может рядом с тобой сесть и тоже комментировать, чтобы погромче, это плохо слышно. Думаю, нет. Веди ещё, дядя! Спрячься за угол, да я сейчас приведу, ты не беспокойся. Это окей, я умею. Приведет. Короче, в чём фишка? Главное, меня прохильте. ГГСНИП, тебе нужно установить будет себе рейд-фреймы. Чтобы ты видел рейд, и чтобы ты мог давать кнопки свои по рейду. Да, желательно вуду. Ну, типа, он удобнее, как по мне. Сейчас. У тебя будет подсвечиваться синим иконка игрока, которого нужно продиспелить. Ты будешь видеть все время. Я думаю, можно сейчас вуду нажимать? Да. Ну, конечно. Я думаю, что просто вуду, он быстрее реагирует. Хилбот, он что-то, типа, сначала на тебя появился дебаф, потом прошло там полсекунды, и только потом он в хилботе, а вуду... Слышишь, Войд, а ты знаешь, точнее, может, знаешь, как вуду настроить, чтобы отображалась потеря контроля? Типа, то есть мне нужно не просто, чтобы там всякие бафы, дебафы отображались полностью, если вот, ну, если человек в стане, он у меня чем-то подсвечивался, в стане или в этом... Да, так они на этот же зависит от того, это болезнь или это poison, или вот, это... Вот, мне нужно именно потеря контроля, понял? То есть тот случай, когда человек не может управлять собой.
Ну, мне кажется, нельзя. Не, через дебафы? Ну, ты подумай, сколько дебафов добавить. На каждый инст это, типа, прям миллионы. Ну, да. На тебе же, я же говорю, они цветом отличаются не в том, что потеря контроля или не потеря контроля, а школы и заклинаний. Да, я понимаю, но у тебя, например, условно в этом, в той же самой в игре ты можешь включить, типа, отображать дебаф из потери этого контроля или нет. То есть, ну, есть такая категория дебафа. Ну, может быть. То есть это отдельный еще какой-то цвет будет, да, дополнительно? Ну, типа, да. Вот, ну, это супер было бы удобно, чтобы можно было, ну, релить удобнее. Типа ты видишь, что там тебя танка расконтролила, или еще кого-то расконтролила, от кого ты что-то рассчитываешь. Ну, конечно, да. Для ПВЕ. Для вот таких вот случаев, типа... Ну, там вручную введи все дебафы, да и все. Да, спасибо. А что у нас что-то такое играет, не знаю... Да нет, я все понимаю, я все эти, типа, эти все у меня добавлены, когда мне нужно, типа, ну, по мере добавления контента, у меня все есть, типа, все дебафы. Я говорю о том, что, типа, вот условно мы идем с танком в этот, в РБК, и, типа, на него там бросается стан, а я не вижу, я не могу его подконтролить ничем. Ну, для РБК, типа, для условной той же самой вот кары, типа, в Донта бросается паралич, я даже не вижу. Так нет, ну слушай, я типа не то, что запариваюсь, я типа, если это есть в каком-то удобном варианте, мне было бы супер круто это сделать. Это типа и в будущем бы это, я думаю, помогло по РЛ, типа. Мне, блин, нужно еще с Сильванычем поговорить, чтобы Викаур он помог мне настроить на, ну, на эту штуку, как я вам скидывал. А Викаурус это типа на тебе, когда что-то там появляется или что-то откатывается, вокруг тебя там крылышки появляются, это вот эта штука? Слушай, я понимаю квадраты этот, но у меня полностью вообще все через вуду происходит. Ходит. Ну, не знаю, накладывание будет, конечно, но, по-моему, это, ну, типа, в нормальном рейде в основном не будет особо накладывания. Потеря контроля — это не такое уж частое, особенно в рейдах, явление. Но ты будешь видеть, если у тебя в контроле хилы или в контроле танк, и это, типа, поможет тебе быстрее среагировать. Подождите, где все? Куда мы идем? А, все, я не знаю, кстати. А я просто вижу, там сзади у нас. А, да, согласен. Зачем мы скипаем у нас? Я бы сходил на всех. Тут и варут топорные, да. И Войду нужна шея. Пошли эти. Я просто там увидел пачку мобов, мне не захотелось ее бить. Она на любого. Ну, типа, потому что я почекал, на груле 100% есть парихаст, то есть нужно на грула собирать кап мастерство всем танкам. Ну, может, не кап, но хотя бы 40. 8. Почему хотя бы 40? Ну, как бы... Цифра такая какая-то промежуточная есть определенная. Я вот так, типа, ну, типа, ты 40 собираешь, типа, 8 добираешь с еды, у тебя, типа, под 50 этого, в целом, меньше шансов вайпнуться. Ну, типа, прям, 40? уже не 41. Ну, блин, я говорю, это приблизительное число. Я просто понял. Не, я думал, там, хардкап, может, какой-то. Не, хардкап 56. Ну, я имею в виду софткап, хорошо. Софткап 26. Ты что, за Мелика не играл? Ну а что-нибудь среднее, это что такое за цифра? Ну вот. Что-нибудь среднее, я и сказал. Ну пойдет. Ой, что-то хочется чего-нибудь вкусненького. Ой, слушай, у меня есть виноград, хочешь? У меня мороженое лежит в холодильнике. Пиздец, поехал. Я Украина или Москва? Выбор, конечно, так.